приключения доброго трактора по имени Феликс. Знакомство с разбитой машинкой. В следующую субботу добрый трактор Феликс вместе со своими друзьями, мальчиками Саней и Ваней, приехали посмотреть, как живет их новая знакомая, разбитая красная машинка. Она их ждала, когда они приехали к тому месту, где познакомились, машинка уже не пряталась. Она спокойно сидела на коврике из опавших листьев и слушала песенки птичек. «Как хорошо, что ты, Феликс, приехал и не забыл меня. Спасибо!» — обрадовалась она. «Мы привезли тебе подарки, я захватил бензин, а мои друзья Саня и Ваня принесли тряпки и мыло, они тебя помоют, и тебе будет веселее», — сказал Феликс. Мальчики еще немного боялись красную машинку, но отважно подошли к ней и поздоровались. «Здравствуй, красная машинка. Как тебя зовут?» — спросил Саня. «Наша бабушка велела тебя помыть и приглашала тебя к нам в гости на пироги», — сказал Ваня. «Здравствуйте, добрые мальчики. Меня зовут Лея. Я раньше очень любила свое имя, а сейчас мне странно, что у меня оно вообще есть». Сказав это, машинка тихонько заплакала. Феликс обратился к красной машинке. «Лея, давай не будем грустить. Я спросил у мастера Сан Саныча. Он сказал, что, конечно, вылечит тебя. И что ты можешь жить у нас в гараже, там найдется для тебя дом и работа. Лея, скоро зима, тебе нужно найти дом. А в выходные я буду брать тебя на прогулки, в лес и в парк. Я раньше жила с людьми в красивом и большом доме. У меня была хозяйка, самая красивая девушка на свете. Но после аварии она меня бросила. Теперь я верю только тебе, Феликс. И вам, хорошие мальчики. Спасибо. Я поеду к тебе в гараж, Феликс, но как меня туда довести? Я сама ехать не смогу», — ответила машинка Лея. «Лея, я привез бензин, и у меня есть трос. Я довезу тебя на прицепе». Мальчики помыли Лея, а потом забрались на трактор, и все вместе поехали в гараж к Феликсу.